Страшная трагедия, которая произошла несколько дней назад в Кемерово, заставила содрогнуться всю страну. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни десятков людей. Большинство из них были дети. Заглушить родительскую боль не смогут никакие миллионы. Жизнь детей уже не вернуть. Однако можно и нужно предотвратить подобные вопиющие случаи в будущем. С этого и началось совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Ульяновской области. Чтобы не было вот того, что было из тех трех случаев, которых я перечислил. Будь то хромая лошадь, будь то, так сказать, адмирал, будь то вот сегодня это зимняя вишня. Вы тоже соберите бизнес. Вы тоже соберите объекты социальной инфраструктуры. Вы тоже посмотрите им в глаза. Как кто будет там, не дай бог, потом жить-то жить? Если там появятся пострадавшие, еще тем более погибшие люди. Губернатор отметил, что у предпринимателей есть время совершить самопроверку своих объектов. О результатах нужно доложить в ближайшее время на очередном заседании. А пока свои проверки начали сотрудники МЧС, которыми уже были выявлены многочисленные нарушения. Важным является еще и то обстоятельство, что объекты подобного рода постоянно переустраиваются. Идет постоянная смена арендаторов, каждый из которых приспосабливает помещение здания под себя. Вследствие чего результаты проверок 3-5-летней и более давности перестают быть актуальными. Такой случай, как у нас, допустим, есть торговый центр, это на Октябрьской Версале, где торговая площадка, извиняюсь, детская площадка расположена на третьем этаже, хотя первоначально это были торговые площади. В соответствии с действующим законодательством детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не дальше 20 метров от аварийного выхода. В результате проверок было выявлено 65 объектов, которые эксплуатируются с нарушениями. В среднем это 200 нарушений противопожарной безопасности на один торговый комплекс. И лишь 3 торговых центра соответствуют правилам эксплуатации – товары для дома, метро и амарант. Для осуществления контроля за подобные нарушения необходимо ежемесячное или даже более частое проведение проверок. В настоящее время по поручению Генеральной прокуратуры организовываются проверки всех торговых центров и иных объектов с массовым пребыванием людей. Также Главное управление спланировано проведение в течение 3-4 дней мероприятий по проведению тренировок по эвакуации в торговых центрах, а также противопожарных инструктажей с персоналом таких объектов. На ошибках учатся. Данная фраза абсолютно неприменима в таких случаях. Преступная халатность вмиг погубила сотни судеб, а горе объединило людей со всей страны. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.